Программа «Холидей». Путешествия. Отдых. Традиции. Природа. Уникальные пейзажи. Мода и фестивали. Путешествуйте с нами. Холидей. Экзотика. Развлечения. Романтика. Восточная кухня. Комфортные пляжи. Огни ночного города. Итак, сейчас мы находимся на самом большом курорте Египта, Хургаде. Мы покажем вам самые красивые места и интересные экскурсии. Хургада – один из старейших курортов Египта, расположенный на западном побережье Красного моря. Первой в стране начала принимать иностранных туристов. Поэтому пляжи курорта лучшие на всем побережье, а многие отели уже в возрасте. Это сегодня название Хургада даже неопытному туристу говорит о многом. И сразу возникают ассоциации. Отдых в Египте. Отдых в Хургаде. Туры в Хургаду. Но в период до туристической истории Египта о Хургаде, этой изначально рыбацкой деревушке, а потом о центре нефтяной промышленности, знали немногие. Стремительное развитие туризма началось в 80-е годы, когда на территории Хургады стали возводиться отельные комплексы. Кстати, последний в городе более 200. Отели курорта одновременно размещают около 50 тысяч туристов. Число же местных жителей составляет около 90 тысяч человек. Проживают они в районах старого и нового города, называемых Дахаром и Сакаллой. В самой пустыне расположились знаменитые бедуины – арабские кочевники, история существования которых началась еще 5000 лет назад.
Сегодня бедуины любезно встречают туристов, знакомя с местным бытом, традициями и кухней. Вот это популярное сытное блюдо – лепешка. Бедуины обычно едят ее с тахиной, начинкой из кунжута. После плотного бедуинского обеда прокатимся по огромной пустыне на квадроциклах. Это самая популярная экскурсия для туристов, обычно именуемая суперсафари. Ну а тем, кто с техникой на «вы», придутся по душе верблюды. Скорость передвижения, конечно, не та, но вы получите не меньшее удовольствие. А чтобы верблюд передвигался быстрее, просто покормите его местной едой. Эти животные – большие гурманы. Ну и известные в животном мире водохлебы. Затем самое время приобрести на местных рынках разнообразные сувениры. Их превеликое множество. Вот эти сосуды, например, оригинально заполняют цветным песком. Получается красиво, не правда ли? С наступлением вечера так хочется хлеба и зрелищ. Танцоры исполнят знаменитую тануру – мужской танец с юбками. Такая у египтян традиция. Женщины тануру танцевать не могут. Они довольствуются исполнением не менее знаменитого танца живота. В развлекательную программу для туристов обычно включают и трюки. Представление не для слабонервных, но очень зрелищное. Супер сафари, супер экскурсии. Бегаю туристы. Спасибо.
отели в Хургаде самые разнообразные. Есть как фешенебельные варианты, так и вполне бюджетные. Египетский сервис туристов очень даже радует. Ну а местная кухня вне конкуренции. Ночная жизнь города не ограничивается традиционными танцами, кальяном и анимацией. Курорт радует отдыхающих и превеликим множеством ночных клубов. Скучать до утра в таких заведениях вам точно не придется. Это была программа Holiday. Я Мар Хоршет. До скорой встречи. Путешествуйте с нами. Holiday.